Всем добрый день, вы на канале «Недвижимость Бел», и начнем мы этот ролик не про недвижимость, а начнем обсуждать про ювелирные изделия. Ни для кого не секрет, что алмазы, бриллианты всегда имели ценность, особенно в хорошей огранке. Соответственно, в большинстве случаев люди их коллекционируют, и очень часто они стоят достаточно очень дорого. Поэтому в наше время очень часто начинают цениться те объекты недвижимости, которые имеют определенную эксклюзивность. И сегодня мы с вами посетим такой объект. Мы, как профессионалы, называем такие объекты изюм. То есть это то, что очень редко где-то можно найти на рынках. Это тот товар, который, наверное, формируется годами и продается крайне редко. Сегодня мы с вами посетим объект 7 километров от Минска. Это недалеко от Минского моря. Это эксклюзивный именно участок места. И сейчас мы поговорим, почему он стоит именно своих денег и почему он является эксклюзивным. Все мы с вами привыкли, что участок находится в коттеджном поселке. Есть организованные улицы, есть определенная градация участков возле леса, в серединке. Но здесь участок эксклюзивный, здесь собственный подъезд. Независимо ни от кого, вы можете в любое время прямо заезжайте с дороги к своему участку. Ценится загородная недвижимость, которая соприкасается максимально с природой. Здесь на участке растут большемеры, создают тенек, природа, уединение, птицы. Это позволит вам наслаждаться природой в 7 километрах от Минска. Теперь давайте поговорим непосредственно об объекте, о его технических характеристиках. Участок 20 соток, 15 соток для строительства обслуживания жилого дома и 5 соток для ведения личного подсобного хозяйства, а не под лесом. На участке находится дом, 48 квадратных метров, он под снос, он для того, чтобы вы могли построить то, что вам необходимо. Здесь есть все коммуникации, здесь есть центральная вода, здесь есть газ, здесь также есть электричество 15 киловатт, выделено на этот участок. Сам участок очень расположен географически грамотно, то есть единственный подъезд – это только к вашему участку. То есть вы можете быстро, беспрепятственно добраться в любую точку. Здесь у вас не будет никаких соседей, вы можете построить здесь все, что угодно. И на самом деле этот участок, именно эксклюзивность его в том, что он обособленный и является небольшой, малой частью данного населенного пункта. Участок ровный, очень много растительности, это большой плюс. На самом деле таких объектов в Беларуси крайне мало, это наследие советского прошлого. Поэтому, если вы хотите купить этот участок или вас интересует более подробная информация, пишите нам, звоните, контакты будут, ссылки под описанием. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, пишите ваши комментарии.